Привет. Такое кратенькое видео. У меня один из подписчиков просто просил показать, как вот этот бади, этот самовар, как он подключен. А то у них давление воды слабое, там что-то. Ну, в общем, сам самовар. 4 нагревательных элемента. Ну, трубка, понятно, там, чтобы контролировать уровень воды. Труба у нас питается снизу через насос. Насос вот такой вот. Характеристики, чтобы было видно. Крутит нормально. Здесь теплообменник стоит. Ну, короче, вот эту сторону я не буду, там смысла нет, нам нужно... Мне нужно показать. Здесь у нас идет циркуляция в бочку. Ну а если машину заправить, просто перекрываем циркуляцию, чтобы туда не шло. Все давление уходит в шланг, который вот у нас топилка. Ну и давление вот такое вот. То есть нормальное давление. Опять здесь открыли, здесь закрыли. Так, дальше что у нас идет? На поле шлангом, чтобы заливать. Также вот снизу вторая трубка идет. Открыли этот шланг, такой гофрированный, чтобы когда насос будет засасывать, чтобы его не схлопывало, то есть не сжимался шланг. Гофрированный шланг. Насос всасывает, ну, оттуда и подает на заливочный шланг, которым уже непосредственно само поле заливаем со шланга, когда подрезаю. Ну, в общем, вот так вот. Вкратце про самовар. Насос циркуляционный мы не выключаем, он сам крутит себе. Эти также не отключаем тены. Они сами отключаются, когда срабатывает там, ну, в общем, когда температура наберется где-то. Вот температура у нас сейчас 49-50. Когда 60 будет, он отключается. Здесь у нас вверху датчик. Когда уровень понижается, датчик срабатывает, автоматически запускается вся эта система и подает уже... Он подает уже в бочку. Ну, а это вот у нас сама водоподготовка. Фильтра. Соль. Недавно я про это уже все делал, только в другом месте. Осмос. О, сработало. Сзади. Вернее. Вот, датчик горит, вся эта бодяга запустилась, потому что чуть-чуть не хватает. Сейчас она наберется, я ж воду здесь включал, вот она чуть-чуть упала, уровень. Сейчас вырубится. Ну все, что еще показать? Вроде по этой системе уже все показывал. Про яму там. Про радиатор я уже рассказывал в видео, как она у нас топится, эта вся система. Там радиатор стоит, берет тепло через теплообменник с холодильной установки. По вот этим трубам идет этиленгликоль, только теплая. И нагревает, там радиатор стоит. Все это там топится, все хорошо. Если не будет та система справляться, включаем шланг. И у нас вот такая система поливочная. Ну, в общем, на эту тему у меня уже было видео. Все, всем добра, всем пока.